Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии возбудил уголовное дело в отношении директора открытого акционерного общества «Чувашский бройлер» по статье «Преднамеренное банкротство». Как полагает следствие, в результате противоправных действий подозреваемого кредиторская задолженность открытого акционерного общества «Чувашский бройлер» была увеличена на сумму свыше 104 миллионов рублей перед третьей фирмой, которая в последующем и обратилась в арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о включении этой задолженности в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве.